двигатель 1,6 бензиновый, 250 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Задний привод. Машина 1987 года выпуска. Решил построить автомобиль мечты. Автомобиль искался долго, искали именно копейку, но нашли отличный вариант – тринышка, переделанная полностью под копейку. Сейчас все разобрали новый конфиг. Собираем было сил 270, 290 не заменялись, все еще впереди.
выдала прокладку или доведение проекта до ума. Скоро сборка нового сердца. Низ мотора найден. Приобрели мотор в сборе Калина 8 клапан 1,6 с минимальным пробегом за 4000 рублей. Достали колена все в номинале на вкладышах, даже нет никакой выработки хоть назад и ставь. Везем колена и блок в механику и начинаем сборку. Ингредиенты готовы. Сборка началась. Детали забрали с механики и все отвезли там, где нам соберут голову и закинут колено с поршнями, и уже начнем все собирать на машине. Чуть поработали с внешним видом. Скоро установка мотора. Низ и вакуумник на месте. Преображаемся потихоньку.